Александр Григорьевич, давайте. Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня часть территории российской. Понятно, что будет все плохо. Опа! Он что, вообще что ли? Он что, вообще конченый, блядь? Ебануться, блядь. При этом мы гарантируем, что здесь на уровне всех министерств и ведомств и коммунальных служб будут, так сказать, ликвидированы как класс все коррупционные схемы, без исключения. Козёл, блядь. Блять, твою мать, ёбан! Блять. По словам, украинские военнослужащие и члены их семей покинут Крым.